Итак, приветствую гостей и подписчиков моего канала. И вот я вижу, всем стало скучно наблюдать, как я долго и уныло создаю свой кастом байк. Вот, и захотелось немножко отжечь, немножко повеселиться, немножко отвлечься. Вот, ну, как бы, да, кто меня знает, знает, что я могу отжечь. Вот, и захотелось что-то такое зачудить, что еще не было в Ютубе. Вот, какую-то такую идею. Я долго искал, вот, думал, какую бы идею для видео следующего сделать. И поскольку я человек вообще как бы могу быть без башни, вот, для следующего видео нам понадобится мина. Вот. Для этого у нас все есть. У нас есть вот такой металлоискатель. У нас есть лопатка. И осталось только найти мину. Ну, а каждый партизан знает, если тебе нужна мина, найди подходящий лес и выкопай ее. Итак, лопата, металлоискатель. Идем в лес за миной. Я никогда не показываю места, где я копаю, для того, чтобы не сдавать свои места. Но это видео специально для вас, мои подписчики и гости канала. Вот, только для вас. Больше никто и никогда не узнает об этом месте. Вот, поэтому подписывайтесь на канал и ждите, чем закончатся эти видео. Видео будет достаточно ужасное. Ждите. Спасибо, что смотрим. Подписываемся на канал. Вот, и увидим, что я сделаю с этой миной. Итак, мы прибыли в лес. Вот такой вот замечательный подходящий лес. У нас есть лопата. Есть металлоискатель. Такой. Вот. Включаемся. И начинаем искать. Итак, через 6 часов копа стало абсолютно очевидно, что лес беспонтовый. Ничего в нем нету. Кто-то уже выбил лес до нас. Нет ничего. Взять нечего. Кто-то выбил лес полностью. Нету ничего. Ничего. Кто-то полностью выкосил его. Так. Мучимый голодом и жаждой, я искал мину. И вот на опушке четкий минный сигнал. Четкий, это четкий минный сигнал. Тут ошибок быть не может. Начинаем копать. Вот она. Ха-ха-ха. Замечательная мина. Мина. Да. Мои маленькие юные стукачи для тех, кто бежит звонить в милицию. Вот мина без заряда. Без заряда. Это, конечно, плохо, но нам подходит. Вот такая замечательная мина. И мы можем готовить наше видео дальше. Все составляющие у нас уже есть.